К новостям спорта. Мир легкой атлетики готовится к нескольким стартам всероссийского и международного уровней. В них примут участие спортсмены из Чувашии. Сегодня, 10 июня, на Брянском стадионе «Десна» уже стартовал командный чемпионат России. В течение 2 дней атлеты со всей страны будут соревноваться в беге на разные дистанции, в том числе и в эстафетах, метании диска, толкании ядра, прыжках в длину и высоту. В составе сборной команды Чувашии выступят несколько спортсменов. В беге на 5000 метров мастер спорта России международного класса Екатерина Ишова, в прыжках в высоту мастер спорта страны Сергей Морозов, в прыжках в длину кандидат в мастера спорта России Виктория Жилина и другие. В пятницу, 11 июня, российские представители спортивной ходьбы выступят на международных соревнованиях в литовском Алитусе. За лидерство на дистанции 20 километров среди мужчин будет бороться наш земляк, мастер спорта России международного класса Кирилл Фролов.